Вот такая вот машина, мусорка. На ней вот написано, вот не буду читать что, потому что я не умею читать по этому языку. Вот. Вот такая вот красивая машина, у нее вот белая кабина. Вот такой вот кузов, сейчас покажу. У нее вот тут вот дверь открывается. Вот. Вот. Вот так вот дверь открывается у нее вот. Впереди она выглядит вот. Так вот у нее тоже тут что-то написано вот. Вот такая красивая машина вот. У нее вот тут вот стекло. Стекло у нее вот тут вот. Ну, пальцем почему-то закрываю всю машину, когда хочу покрасить, поэтому сразу изменяюсь вот. Но стекло у нее есть с этой стороны. У нее вот тоже дверь открывается, ой, чтобы не сломать. Вот так вот открывается дверь. Вот. Внутри в кабине, сейчас покажу так. Ой, уезжает машина, вот. Внутри в кабине. Ой, внутри в кабине. Не получается навести, не мутно. Вот, тут написано так же, внутри в кабине она выглядит вот так вот. Сейчас это видно. Вот, вот. Сейчас это хорошо видно, вот, что внутри в кабине, вот. Я детально показал, вот. Сбоку она выглядит вот так вот. Сверху вот такая вот она вот сверху вот у нее тут вот нарисована сверху и на кабине тут вот красиво вот тут. Ну а сзади она выглядит вот так вот, уже вот так открывается вот, и что у нее находится внутри, внутри она вот, в общем, вот такая вот машина. Я ее покажу, конечно, сейчас вот. Это у нее ковш. Ковш у нее вот такой вот. Красивая, кстати, машина, но слишком детская. Слишком детская, она инерционная. Идет вот сейчас. Немножко не мутно сделаю. Покажу, вот она инерционная. Поэтому она едет. Это у нее вот такой вот бак. Бак, он у нее не стоит, когда поднята крышка, вот. Он начинает падать, поэтому крышку вот, либо опускать вот так, чтобы он стоял, как-то так вот. Или вот так вот закрывать, ну, когда надо, в общем, крышка вот легко вот так вот снимается и куда-то начинает улетать, потому что оно настолько невесомое, что это даже без ветра может улететь крышка, потому что она вот так вот легко приделана, что может у ребенка просто сломаться. Это слишком детская машинка, потому что, ой, и машинка такая легкая, уезжает куда-то сама по себе, она потому что инерционная, а инерционную машинку ветром ждут легче, поэтому я сейчас покажу, вот так вот цепляется, ой, вот так вот цепляется. Контейнер вот, он слегка приподнят будет на весу, когда он цепляется, поэтому это не так. Вот, вот, вот тут ручка вот пальцем на ручку вот, и вот так вот оно ее вывозит. Вот, вот такая вот замечательная машинка вот. Ну, ой, да. Контейнер внутри выглядит вот так вот, он блестит, но чуть что он может сломаться, потому что эта крышечка у него совсем практическая крышечка вот у него. Симпатически не держится. Это очень хрупкие вещи, которые ребенок сломает за
меньше минут, чем стоит сотен эта машинка, я думаю, в магазине. Поэтому если она у меня есть, то это вот такая вот она. Внизу машинка выглядит вот так вот. Она инерционная. Вот. Вот у нее есть инерция. Вот. Вот тут у нее. Вот сейчас. Вот тут у нее. Это. Не знаю, как правильно называется, лесенка вот. С этой стороны у нее есть. Вот. И лесенка у нее есть. Вот этой стороны вот. Что касается вот этой вот штуки, она должна захлопываться, но лучше не захлопывать, потому что если ее захлопывать, она тупо сломается, и тут нечего даже сказать. Вот. Поэтому честно советую не захлопывать ее. Так будет целее машина. Потому что машинка хорошая, детская. Мне она нравится, но эта машинка не совсем для детей, потому что дети ее быстро сломают. Это не потому, что я говорю, что плохая машинка. Машинка, она сама по себе милая машинка, вот. Вот, сама по себе она милая машинка, вот. Поэтому тут ничего плохого не могу сказать. Ой, уезжает. Вот, когда поднимается у нее вверх, он выглядит вот таким. Вот образом она куда-то уезжает. Сейчас покажу, как она едет. Вот так она едет. И обязательно подписывайтесь на канал. Я буду удивлять еще другими машинками и не раз.